Макс Согак, как я могу знать, что Творец слышит молитву, даже когда я этого не понимаю, не чувствую, даже наоборот? Мне кажется, что он действительно просто не слышит. Но я продолжаю делать то, что необходимо, таким образом. Ну, вы знаете, как дети. Когда у них что-то падает, они снова строят, снова падает, они опять строят, пока мы не проходим этот этап. Обязаны пройти его. И это может занять очень-очень много времени, это действие. Пока через эти механические действия это переходит в разум, а потом в чувство и строит нам новый разум. Во многих вещах в мире, в жизни мы делаем это поверхностно, без разума. Как раз разум, мысль рождается уже после этих многих действий.